короче, показываю легендарный момент, как вот это вот Никола Тесла проиграл игру на 100 тысяч долларов. Короче, вот встречу перед вами, вот я, Вис, обычный, с огонем, ничего не подозревающий, вот, и Голямбус, вот с такими высотами на 34-й минуте. Вот, я знаю вот эту вот способность легендарную, и тэпаюсь под Рошана. Рошана 700 хп. Рошан в соло убил вот этого вот нашего нереального керри. Что будет происходить дальше, мы смотрим. Ну вот, позор Украины.